Когда электроны переходят с ткани на янтарь, это нарушает равновесие между количеством положительных и отрицательных зарядов на каждом из этих тел. Оба тела приобретают электрические заряды. Одно положительный, другое отрицательный. Положительно заряженное тело имеет протоны с некомпенсированным зарядом из-за покинувших его электронов. Этот нескомпенсированный заряд протонов и делает его положительно заряженным. Отрицательно заряженное тело имеет избыток электронов, которые перешли на него с другого тела. Однако переместить все электроны с одного тела на другое было бы практически невозможно.